Подведены итоги всероссийского конкурса «Директор школы 2015». Двум участникам из Иваново удалось войти в список 80 лучших. Конкуренция была очень высокой. Заявки подали 635 педагогов из образовательных учреждений всех регионов страны. Тема конкурса этого года – мотивация персонала, что кроме денег. На первом этапе директоры писали эссе, на втором – в формате видеосюжета готовили презентацию о философии профессии и роли учителя в современном обществе. В топ лучших управленцев вошли директор коррекционной школы 8-го вида города Кохма Людмила Тарасова и директор Ивановской гимназии номер 23 Елена Шарудила. Гимназия 23 – это не просто место, где учатся, преподают. Это целый мир, мир ярких красок детства, мир новых технологий, передовых идей, инновационных проектов в обучении и воспитании. Гимназия 23 – это содружество творческих, увлеченных детей и взрослых.